Я Простакова Вера Ивановна. Родилась в 1937 году, 11 марта. Нас дома было трое детей нас. Отца нашего забрали на войну. Мы остались с мамой. Вот. Я была самая меньшая. Не, еще брат у меня был. 2 года ему было, брату. Вот. А больше сестра с 31-го года. Ой, когда началась война, летели самолеты, нас малых таких собрали, и у соседей там был подвал. У всех детей собирали и водили в этот подвал, прятали. Как самолеты летят, все мы дети там в этом подвале сидели. Нас закрывали, и чтобы мы не выходили. Вот. А вот. А когда уже пришли немцы к нам, и они ходили по дворах, просили у нас яйца, немцы, и просили у кого питание им, чтобы дать. Вот. Ну, а так, яйца крепко бомбили, самолеты крепко летели. Я еще хоть малая была, но боялась я крепко. Нас прятали то у подвал, куда отведут, на улицу не упускали детей. Ну, а когда уже я поболела, и не было уже боли, там пришли красные, у нас у доме была хорошая корова, у нас стоял старшина, у нас стоял на квартире, приходил к нам, у нас переодевали солдат, у сарая это было все, и у этого на каморке наверху у нас были там портянки и одежда для солдат. Все это есть переодевали.